Всем привет, друзья, с вами Вула, на ваших экранах The Finals, и в этом видео я вам поведаю о своем топе оружий для Хэвика. На остальные классы тоже будет свой топ, а чтобы не делать видео очень длинным, то на каждый топ будет свое видео. Разумеется, такая вещь как топ может быть субъективна, потому что в какой-то мере многое зависит от скилла играющего и от команды сливающей. Но я проявлю некую долю объективности и все оружие рассмотрю по нескольким признакам, а потом каждый сможет понять относительно какого показателя, что ему ближе, либо в целом среднее арифметическое ему ближе. А рассматривать я буду такие признаки. Первое. Потенциальный урон. Это урон, который в идеальных ситуациях могло бы нанести оружие. Второе. Фактический урон. Это урон, который в реалиях будет, скорее всего, наносить оружие. А третье. Сложность. Следующее из предыдущего показателя. Насколько именно будет сложно реализовывать тот самый потенциальный урон. И последний показатель, четвертый. Полезность. Насколько данное оружие будет полезно именно в командной игре. Оценивать буду по 10-бальной шкале, несмотря на оружие других классов, потому что сравнивать со стволами другого класса, который совсем другой по динамике, играется совершенно по-другому, было бы глупо. Поэтому погнали! Начнем с огнемета. Потенциальный урон огнемета, ну, примерно на 5 баллов. Урон хоть и выше, чем у пулеметов, но тики огня крайне медленные, что не позволяет быстро наносить урон. Еще мы получаем фактический урон примерно троечку. По моим ощущениям, огнемет на данный момент самое невостребованное оружие и крайне ситуативное. Но при этом сложность у него определенно 9 баллов. Огнемет крайне прост в использовании. Площадь поражения очень большая, дистанция хоть и близкая, но струя все равно позволяет цеплять маломальски отдаленных противников. Ну а польза в команде 7 баллов. В качестве зачистки или обороны комнат подходит просто отлично. Во-первых, огонь дезморалит чисто, ну, психологически. Плюс заслоняет обзор. Ну, а самое главное, избавляет от ядовитого газа. Потому что огонь — это прямая контра яду. А яд в нынешней мете, ну, очень силен. И сейчас большая часть игроков бегает именно с газовыми минами или гранатами. Следующее оружие — гранатомет. Как следует из названия, стреляет гранатами. Взрыв имеет обширную площадь поражения и приличный урон. Потенциальный урон уже на семерочку. Хэвика убивает эта штука, ну, с 5 разорвавшихся рядом гранат. Что означает, барабаны из 6 снарядов нам хватит почти всегда. А вот это почти немного омрачает ситуацию, потому что фактически урон гранатомета чуть выше, чем у огнемета. Примерно 4 балла. А все из-за сложности, и за сложность я дам тоже четверку. Ну, очень сложно наносить урон этими гранатами. На дальнюю дистанцию нужно очень грамотно предугадывать, где окажется противник, и надеяться, что граната взорвется, а не отскочит от него, что очень сильно отличает гранатомет Хэвика от гранатомета Медиума. В упоре снаряды этого гранатомета не взорвутся, а просто отскочат от противника, потому что, как и в реальности, в них есть предохранитель, который не позволяет гранате сработать. Почему у медиума снаряды рвутся в упоре от вас, загадка. Но не суть. Как бы то ни было, гранатомет, наверное, еще реже встречается в играх, чем огнемет, из-за слишком большого рандома. И в командной игре, хоть и позволяет внести смуту в ряды противника, все же я считаю его польза в команде примерно 3 балла. Потому что Хэвик должен находиться в гуще событий, впитывать урон, прикрывать союзников, а его граната не позволяет адекватно вести ближний бой. Погнали дальше. СА-12-16. Мощнейший дробовик на 16 зарядов с оттичками по 4 выстрела. Но еще 4 выстрелов хватает, чтобы уложить даже тяжа. Что значит, потенциальный урон этого дробовика заслуживает 9-ки. А вот с фактическим все не так просто. Тут, к сожалению, 5 баллов, а все из-за того, что дистанция стрельбы у этого дробовика крайне мала. Кажется, что даже меньше, чем у огнемета. А если огнемет хотя бы постоянно наносит один и тот же урон, то дробовик всячески норовит дробины пустить хрен знает куда, а из-за этого урон падает. Поэтому за сложность использования тут тоже 5-ка. Потенциальный урон реализовывать можно, но находиться нужно чуть ли не в упор к противникам, что положительно сказывается, конечно, на оборонах или прорывах, но на открытых точках возникает проблемы, поэтому за командную реализацию всего 6 баллов. Теперь переходим к молоту. Скрывать не буду, урон у него просто феноменальный, определенно за потенциальный урон заслуживает 10-ки. Так как молот имеет легкую и сильную атаку, то разнообразие их комбинаций позволяет любого противника убить в 2 ударах. Хэвика с 2 сильных, медиума с сильного и легкого удара, ладж разлетается с 1 тяжелого удара или 2 обычных. И вот тут у нас влезает фактический урон, ибо молот — это мили оружие, и в отличие от лайта, который в инвизии или на рывках может к вам подбежать и нарезать сабли, тяже же очень сложно подбираться к противнику, что означает, фактический урон тут хоть и все еще высокий, но уже всего 7 баллов. А вот сложность 2 балла. Ибо сблизиться с противниками и при этом еще остаться в живых — это та еще задача.
Пока вы начнете реализовывать свой великий дамаг, от вас уже может и ничего не остаться. Но при этом в командном взаимодействии это смертоносное оружие, которое позволит даже менять архитектуру карты. Так что на обороне или защите точки тяж с молотом и грамотной командой может наделать делов. За что можно, в принципе, дать 7 баллов командному взаимодействию. Ну а теперь у нас остались пулеметы. И начнем мы с М60. И тут у нас появляется небольшое уточнение, ибо все предыдущие стволы имели одинаковый урон как в тело, так и в голову. А вот пулеметы могут наносить урон быстрее, стреляя в голову. И в итоге потенциальный урон пулемета М60 примерно, 6 баллов. Тяж противник разбирается в голову за 12 выстрелов, что сделать, конечно, практически нереально, если вы не читак. И получается, что фактически урон уже ниже, но не намного. 5 баллов можно дать, хоть и в тело нужно уже 17 выстрелов, чтобы забрать тяжа, скорострельности, точности и огромного магазина хватит даже на 3 тяжей. Если учесть часть промахов, то на 2 тяжей. За сложность я бы поставил 8 баллов. Все-таки стрелковое оружие большинству игроков ближе, и управляться с ним весьма просто. А большой магазин позволит устраивать адский свинцовый дождь всем вашим врагам. И разумеется, уже тяж со стрелковым оружием сможет быть ближе к своей команде, при этом вносить приличный урон не в упор, а как минимум на средней дистанции. А также сможет прикрыть своих сокомандников, либо же наоборот под хилом стать неубиваемой турелью. 9 баллов в командном зачете. Ну и последний по списку, а не по значению, пулемет Льюиса. Если сравнивать с предыдущим ближайшим огнестрельным конкурентом, то потенциальный урон у Льюиса определенно выше. Он заслуживает 7 баллов. Не намного, конечно, выше, но все же Льюис убивает тяжа в голову уже за 10 выстрелов, что увеличивает и фактический урон. Я поставил 6 баллов, потому что Льюису понадобится всего 14 выстрелов в тело, чтобы убить тяжа. Но тут уже в угоду урону Льюис имеет меньше патронов, что делает его сложнее в использовании, чем М60. Не намного, конечно, но 7 баллов это максимум, что может выжать из себя этот барабан. В целом Льюис это почти тот же пулемет, что и М60, только имеет меньше патронов, но больше урон. В командной игре вам просто придется чаще перезаряжаться, но в целом ведение боя будет точно таким же, как и с М60. И только из-за меньшего количества выпущенных единоразово пуль за командную игру я бы дал 8 баллов. Что ж, на данный момент я вижу такую картину в целом. Вы ее можете сейчас лицезреть у себя на экране, ну а среднее значение в итоге по каждому оружию такое. Гранатомет 4,5 балла, огнемет 6 баллов, дробовик 6,3 балла, молот 6,5 баллов, М60 7 баллов и Льюис тоже 7 баллов. И именно в такой последовательности я вижу свой топ оружий. Льюис для меня определенно на первом месте, потому что иметь отличный урон на разных дистанциях и быть при этом ближе к команде для меня более выгодно среди всего вооружения. Руки мне позволяют достаточно точно стрелять и не заморачиваться о количестве патронов, что соответственно позволяет мне реализовывать этот урон, который у него немножко выше, чем у М60, и поэтому лишние патроны мне не нужны. Но не только основное оружие делает тяжа хорошим персонажем. Я постарался, когда выставлял баллы, учитывать и более подходящие специализации и гаджеты для определенных оружий. Разумеется, в разных ситуациях на карте и в разных командах какое-то оружие может выделяться. Но стоит не забывать, что в битву можно взять далеко не все вооружение, а в рейтинговых играх во время матча даже менять вооружение нельзя. Поэтому мой топ составлен именно таким вот образом. Ну а если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчики, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы, и играйте только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока!